Анонс. Мы побывали почти во всей Европе, север, юг, запад, восток, и нам понравилась именно Болгария. Возможно, это путешествие может стать поворотными в истории наших жизненных страниц. У Болгарии очень древняя и исключительно богатая история. В этой небольшой стране, расположенной на пороге Европы и Азии, оставили свой след практически все великие культуры древности. Фракийцы, греки, римляне, византийцы, Османская империя – все они оставили здесь бесчисленные памятники, усыпальницы, крепости, храмы, мечети, и, конечно, болгарская кухня формировалась под влиянием целого ряда факторов истории. В основном она схожа с турецкой и греческой. Это связано со схожим географическим положением стран и общностью исходных продуктов и длительными историческими связями. Также достаточное влияние оказали армянская, итальянская, венгерская и средиземноморская кухня. Болгарская кухня основана на широком использовании овощей, трав и фруктов. Широко используются разные виды мяса, пресноводная и морская рыба. Кухня богата рецептами салатов, горячих и холодных супов. Надо сказать, в Болгарии высокое качество еды. Продукты более свежие и лучшего качества, чем у нас в Северной Америке. А, боже! Мне очень нравятся помидоры в этой стране, они невероятно хороши. Спустя недели после поездки я продолжаю вспоминать болгарские помидоры. Хочу сказать, что удобно в Болгарии и хорошая коммуникация людей, потому что у нас похожий язык. Болгарский и русский языки – это кириллица и имеют сходную лексику. То есть, зная русский язык, мы автоматически знаем порядка 70% болгарских слов. Мы идем по улице или в магазине, и почти все вывески нам понятны. Я познакомился в Болгарии с семьями американцы и канадцы, которые там живут уже давно. Им нравится культура и атмосфера в этой стране. Очень важный момент, что низкая стоимость жизни, хорошее законодательство ВНЖ, наличие недорогой частной медицины, которая позволяет делать чек-аут для оценку своего здоровья в любое удобное время, очень высокое качество профилактики здоровья – это целый список лечебных курортов и санаторий в Болгарии. Хорошая транспортная структура – это легкость путешествия по Европе, и, конечно, главный момент – это низкая налоговая ставка. Все эти моменты являются большой привлекательной чертой для граждан Северной Америки. В итоге вам нужно посетить Болгарию, и вы сможете ее понять.